Всем привет! 30 лет независимости, дата круглая. Украина отметила это на прошлой неделе. Праздновали в этом году пышно и весело. Одесситов и гостей города развлекали концертами, морским парадом и различными мероприятиями. Мы были на всех концертах, и нам очень понравилось. Ну а в этом видео мы покажем, как проходил вышиванковый фестиваль, который по традиции расположился на Приморском бульваре. Сюда съехались мастера со всей Украины и привезли свои работы. Традиционно это национальная одежда, ручные изделия и даже сладости. Но все, что вам понравилось, конечно, можно было приобрести. Как нам показалось, национальная одежда пользуется популярностью и покупали ее охотнее всего. Закончилось же все гала-концертом и праздничным салютом. Смотрите и не забывайте за поддержку. А кто правильно прошел, проявил смекалку, смелость, это мужские испытания. А у Василису, если вы перечитаете сказку, да, Василису... кстати, Золушка и мальчик, это же его. Вот этот хрусталь китайский, он вообще, видите, какой? Да, просто тут да, и внутри, а этот на поверхности, как посмотрите. Ну, конечно. Это с сахаром? О, это с сахаром, клюквой и шоколадом. Попробуйте миндаль. И сколько стоит? Все орешки продаем вот такими коробочками по 80 гривен, любые. Все делаем сами, это орешки собственного приготовления. А есть вот такие, это фундук с клюквой и шоколадом. Да, шоколад не люблю. Не любите? А попробуйте с вишней. А вот это с чем? Это что, что вы пробовали только что? Это... Со смородиной. Со смородиной. Это с вишней. Работы надо показать. Пусть все видят. Что это такое? А это соли в поднос. Вот для суши, для нарезки. Оля, вы сами рисуете? Ну, да, конечно. Это же вживление идет в картине. Сколько вот такая для рецепта? 280. Не, 280.
Это подносик, подносик. Вот так на подносе. Поднос. Здесь мы режем. Можно маленькую, да? А, резать и подавать. Вот здесь мы режем, а вот здесь вот мы подаем. Маленькую чашечку кофе можно поставить, конфеточки, пирожка, постель. Вот эти завтра вообще должны быть. Да, эти. Надеемся, что вам понравилось. Не забудьте ткнуть лайк под видео или, или не ткнуть. В общем, подписывайтесь, если не подписаны. Пока-пока.